Проекты направлены на популяризацию нашего отечественного искусства, что очень важно сегодня, отечественной культуры и, конечно, истории, потому что на этих работах отображены великие события нашей страны. То, что вы здесь видите, Севастопольская битва. Это мощнейшее событие, благодаря которому многие живы в этой стране. Мы потеряли. Следующие планы рабочих следующих обеспечений. Генерал.